Бесконтактная карта позволяет делать небольшие покупки, не вставляя банковскую карту в платежный терминал и не набирая пин-код. В новые платежные терминалы уже встроена возможность принимать бесконтактные платежи. Бесконтактным способом можно оплатить покупки до 25 евро. Если вы заметили, что клиент делает покупку на эту сумму, рекомендуем предложить ему бесконтактный платеж. Это удобнее и быстрее. Подготовка платежа происходит так же, как в случае с любой другой банковской картой. Терминал готов к бесконтактному платежу, когда на экране появилась сумма покупки и просьба использовать карту. Платеж подтверждается звуковым сигналом. На экране терминала сразу же появится сообщение о платеже. Из соображений безопасности время от времени просите клиентов подтверждать бесконтактный платеж пин-кодом.